Всем привет! Распаковка видеорегистратора с AliExpress. Доставка из России была. Компания E-mail. Курьер доставил на дом буквально где-то за неделю. Сейчас распакуем, посмотрим. Флешка. Брал флешку еще. У него же на 32 гигабайта. У этого же продавца. Такая флешка у них идет. Прям для регистратора у них можно заказать комплект. Еще 64 гигабайта была флешка. Скорость у нее 98 мегабит в секунду. Ну, должна вроде подойти для этого регистратора. Чтобы уже не искать, взялся сразу у одного продавца. А, это верхняя часть здесь. Я брал комплект с GPS-модулем. Вот такой GPS-модуль. 70 мэй. Так, что здесь? Вот модуль GPS, здесь двухсторонний скотч. Так. Здесь пленка. Инструкция. Я брал полный комплект вместе с флешкой, по-моему, 4200, что ли. У нас на коробке написано 70 мэй. Это все равно что к Xiaomi. Это их компания Xiaomi, принадлежит, я как понял, им. Просто название 70 мэй. Инструкция. Ага. Инструкция здесь уже перевели, по-моему. Да, здесь все на русском уже. Кому интересно, почитайте. Это, в общем, версия русская, на русском языке здесь. Версия Pro. Версия Pro. Здесь вот такая. Так, это в прикуриватель. Так. Лопатка. Что еще в этой коробочке можно найти? Так. Что-то здесь еще есть. Ну да, провод. И все. Провод. Он такой. Микро-USB, как обычно. У меня сегодня распаковка. Сейчас я сниму видео на этот регистратор. И в конце видео вставлю, как он показывает.
по сравнению с моей видеокамерой Sony, в которой сейчас идет запись. Чтобы включить регистратор, не обязательно идти вставлять это в прикуриватель. Можно просто взять зарядку от телефона с микро USB и вставить штекер. Ну, такая заставка появилась. Менюшка на русском, все тут, в общем. Сброс даты бэкслэш времени. Подключите телефон для настройки. Такой звук. Заем завершает запись. Версия. Ссылку на этот регистратор оставлю в описании. Ну все, всем пока. Запись завершена.